Снимать фильмы по катастрофам, которые произошли в реальности, занятие очень тяжелое и опасное, но они позволяют узнать о страшных событиях в истории большому количеству зрителей. В основе фильма «Непрощенный» лежит история авиакатастрофы над Боденским озером. Виталий Калоев, инженер-строитель, закончив работу над очередным проектом в Испании, отправляется в аэропорт, чтобы встретить свою семью, жену и двоих детей. Однако происходит страшное. Авиакатастрофа над озером Боден уносит жизнь его близких. Жизнь для Виталия останавливается. Калоев теряет все, ради чего жил. Не дождавшись справедливого решения суда, Виталий ищет диспетчера, по вине которого погибла его семья. Картина получилась по-настоящему тяжелой и серьезной. Дмитрий Нагиев очень искусно передает эмоции человека, который потерял все. Смело можно сказать, что Нагиев лучшее, что есть в этом кино. Однако фильм получился затянутым. Понятно, что Сарик Андреасян хотел показать большой период жизни Виталия Калоева на экране, но ряд моментов просто-напросто упускали тон фильма, и зритель мог на них заскучать. И я бы посоветовал вам сходить на «Непрощенного» в кинотеатр, где это пример хорошего, серьезного отечественного кино. Всего доброго!